штрафы за нарушение ПДД, непогашенные кредиты и долги физическим лицам. Сегодня на посту ДПС задержали мусоровоз, владелец которого должен 9 миллионов 900 тысяч рублей. Автомобиль принадлежит юридическому лицу, предположительно хозяину автобазы. Обнаружить нарушителя удалось в ходе совместного рейда ГИБДД и судебных приставов. Еженедельно удается задержать до 10 нарушителей. На сегодня поставлен рекорд по сумме задолженности. На постоянной основе последнее время проводятся профилактические мероприятия сотрудников госавтоинспекции совместно с судебными приставами. На стационарных постах выявляются водители, которые имеют большую сумму задолженности, более 10 тысяч рублей. При этом судебные приставы вправе оформить на месте изъятие транспортного средства, если оно принадлежит физическому лицу. У владельца мусоровоза есть 10 дней на погашение задолженности. В течение этого времени машина будет находиться на ответственном хранении у представителей банка. В противном случае автомобиль будет конфискован. Всего в Рязани числится более 75 тысяч должников. Вычислить их удается благодаря 78 камерам видеонаблюдения, установленным по всему городу. На помощь сотрудникам также приходят мобильные приложения «Безопасные дороги Рязани» и «Мобильный розыск». Нам поступают сведения о том, где проехал нарушитель. Мы с сотрудниками ГИБДД, то есть сотрудник ГИБДД останавливает автотранспортное средство. Мы еще раз перепроверяем, действительно ли у нас в базе данных имеется данный должник. Человек может оплатить задолженность на месте, то есть по квитанции у него принимаются денежные средства в сумме задолженности. Либо, к примеру, если человек едет на каком-нибудь Мерседесе, и у него сумма задолженности всего-навсего 20 тысяч, естественно, Мерседес арестовывать не будем, но мы вполне можем арестовать у него видеорегистратор, например, магнитолу, либо запасное колесо, как вариант. К числу задолженностей в первую очередь относятся штрафы, выписанные за несоблюдение правил дорожного движения. Реже встречаются задолженности по выплате кредитов, алиментов и займов. Основная задача рейда – напомнить людям о необходимости своевременного погашения долгов, ведь ездить с чистой совестью и не бояться за свое имущество намного приятнее.